Нам удалось попасть в больницу, где лечилась Юлия Скрипаль и ее отец. Сергей Скрипаль там по-прежнему находится. Нашего журналиста задержали и заставили удалить весь материал. Однако мы восстановили техническую копию видео. Из-за этого качество сильно хромает, но даже так все будет понятно. Из Солсбери репортаж Виталия Ханина. Это техническая копия видеозаписи. Оригинал нас позже заставит удалить охранники больницы. Но мы успели посмотреть, чем живет центральный госпиталь города Солсбери. Судя по всему, именно за этой дверью и находится Сергей Скрипаль. Это отделение микробиологии. Дверь надежно закрыта. Здесь табличка «Не входить, держитесь подальше». Судя по всему, это и есть единственная защита от того самого смертельно опасного вещества, которое в Англии называют «новичок», которое руководство этого учреждения придумало для своих посетителей. На этом все. Хотя посетителей в столь ранний час почти нет, но персонал без опаски ходит в обычных больничных одеждах.